Всем привет, дорогие друзья, с вами Дар Риди, и мы продолжаем вести обзоры на новогодние флеш-игры. Сегодня пойдет флеш-игрушка под названием «Эльф спасает Санту». Вот, Санта настолько растолстел, что не смог с подарками протиснуться в дымоход к очередному ребенку. Попробуйте вместе с эльфами спасти ситуацию, подарить подарки и вытащить Санту. Что ж, давайте попробуем. Такая вот музыка. Приятно. Вот он, Санта летит. Ух, какой он толстый. Решил протиснуться в дымоход. О, ну что такое? Я застрял. По-моему, я застрял, ребята. Что мне делать? Что делать, что делать? Нужно спасать ситуацию. На это и нужны гномы. Так, окей. Первый уровень. Так, вот они, подарки, я раскладываю. Так, что еще, мячик? Что-то еще? А, вот он еще, мячик. 2 из 30. Это что мне нужно сделать? Окей, вот он, я прошел, то есть я спустился вниз. Такая вот бродилка интересная, да? Мне она уже нравится. Так, возьмем морковку. Форточку открыть. Так, вот мячик, надо вообще 30 мячиков собрать по ходу игры. Что ж, давайте спускаться. Так, тут нужно смотреть и тыкать на то, что я увижу. Так, снег какой-то. Окошко. Окошко не открывается. Так, что тут нужно сделать? Я уже, ребят, честно говоря, не знаю. А, вот я снаружи. Я так полагал, что мне нужно залезть в форточку. Почему я не могу залезть? Так, если я тут вишу, я не знаю, мне раскачаться, что ли, надо. А, вот палку, ветку взять, открыть окошко и залезть в дом. Окей, я дома и темно, ничего не видно, зато видно шарики. Так, я думаю, мне нужна лампа, да, какая-то. А, вот я воткнул розетку. Так, убрал. Убрал игрушки и... А вот молоко с печенюшками, которое должен был съесть Санта. Но раз его нету... Могу съесть я. Окей. Так, что делаем дальше? Дальше, я думаю, мне надо в другую комнату. Ой, извините, ребята. Вот я закрыл форточку и иду дальше. Конечно, надо со собой закрывать форточки. Собака, злая собака. Тут нужно поосторожнее. То есть на каждом уровне по 2 шарика. Так, ладно, возьмем утку. Не помогу. А, нальем молока. Это кошка была. Идем дальше. Следующий уровень. О, тут большая комната. Так, мне надо игрушки все собрать. Game over. Мне не нужно было это делать. Вот такая вот флеш-игрушка. Поиграть обязательно. Такая вот бродилка. В нее можно играть детям. Это самое главное. Так что займите ребенка. Он очень такая интеллектуальная игрушка. А детям, я думаю, понравится.
Вот, поэтому, чтобы как-то отвлечь ребенка, включите ему эту флеш-игрушку, такую яркую, замечательную и хорошую. И я думаю, он это оценит. Подписывайтесь на меня, на моего друга. У него есть сайт, там очень много классных флеш-игр. Вот, также у него есть канал на YouTube. Ну, в общем, через меня вы его найдете. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем до свидания.